Я из Украины, и я рада вас витать на своем канале. Девчат, сегодня такое очень важное видео, потому что это видеоотчет. Видеоотчет работы, работы над собой, работы над своими привычками вредными, работы над пищевым поведением. Ну, в общем, девочки, месяц, не покладая рук. И перед тем, как вы перейдете к просмотру моих результатов, моих объемов, я хочу поблагодарить каждого своего зрителя, который со мной. Я очень рада, что на этом канале собрались исключительно единомышленники, исключительно люди, которые хотят улучшать свое здоровье. И хочу поблагодарить каждого из вас, кто со мной, кто поддерживает меня. Ваше, скажем так, ваше участие вот в этих результатах – это тоже ваша заслуга. И мне очень приятно, когда мне зрители пишут о том, что «Лена, ты мой мотиватор». И хочу сказать, что именно это мне не дает сейчас сдаться. В любом случае, наша стройность – это переключение мозгов. Как я говорю, нужно включить свою кукушку, включить свою зазулоньку. И когда это случится, тогда не будет всяких там нюансов, скажем так. И вы знаете, благодаря вам и благодаря тому, что я тот человек, на которого смотрят, от которого мотивируется, это мне также помогает в моей стройности. Поэтому я благодарна каждой из вас, которая со мной вместе, ключевое слово «вместе», не со мной, а вместе, улучшает свое здоровье. Так, ну все, девчата, это было такое лирическое отхождение. Ну что, девчата, сегодня среда, а это значит, что сегодня у нас с вами отчетный день. Отчетный день в моем бесплатном мотивационном марафоне «Новая версия себя». Стать участником моего марафона может любой мой зритель и не зритель, и подписчик, и не подписчик. Достаточно написать свои результаты, рост, вес и возраст, и все это контролировать в течение недели. Что я, собственно, и делала на протяжении 3 лет. Но, во-первых, кто смотрит это видео впервые, меня зовут Лена, мне еще только 49 лет, и я стройнею на своем канале с большого веса 137 килограммов. Самостоятельно, без помощи диетологов, нутрициологов, я пришла к результату минус 50. Полгода успешно этот результат держала, но в один момент я сдалась и набрала 7 килограммов назад. И дальше свой путь к стройности, а я иду к результату минус 60 килограммов, я решила продолжить вместе с диетологом Светланой Никитчук, чему я безумно рада. И, девчата, вы знаете, во-первых, я вас приглашаю, я думаю, вы уже пишете свои результаты, те тростиночки, которые со мной уже давно, я уверена, что я читаю и радуюсь вашим результатам. Также я вас хочу пригласить отчитываться со мной и раз в месяц. Я сейчас перешла на отчеты раз в месяц. Сейчас я быстренько объясню, кто не видел мои предыдущие видео. Я стройнею при помощи интервального голодания. Это такая система, которую я ввела в свою обычную жизнь. Это не диета, это мой образ жизни. И вот когда до меня это дошло, скажем так, это осознание, что это твой образ жизни, и именно так ты будешь жить, и у меня начало все получаться. Мое питание – это 80% правильного питания, и 20% – это такого немножечко трышачка, я бы так сказала. Он, конечно же, присутствует в моем питании, но не так часто. И очень важна мера. Я свою стройность строю на том, что я питаюсь без ограничений, но максимально правильно. Вот так бы я сказала. У меня сейчас трехразовое питание. По возможности, не скажу, что у меня это всегда получается четко, но я стараюсь придерживаться хотя бы вот этого интервала 16 на 8. Сейчас у меня система 16 на 8 интервального голодания. Их на самом деле очень много, есть и 12 на 12. 12 это открыто пищевое окно, 12 это фастинг. Есть 14 на 10, то же самое. Ну и у меня сейчас 16 на 8. Поэтому меня это устраивает, мне это нравится, мне это комфортно, чем я, собственно, с вами и делюсь в своих тарелочках, в своих менюшках. Все это есть на моем канале. И вы знаете, девчат, ну, те, кто не видел мой анонс, когда я сказала, что я буду отчитываться раз в месяц, я повторюсь для моих зрителей.
Вы знаете, в какой-то момент я поняла, что у меня появилась какая-то демотивация, когда я своим зрителям начала показывать результат, когда 200, когда 300 грамм. Ну, как ни крути, я блогер, стройность свою вынесла на всеобщее обозрение, чему я безумно рада, потому что это очень и очень стимулирует, я вам должна сказать. Если бы не мой канал, если бы не поддержка моих зрителей, я бы, наверное, уже вот в какой-то момент бы сдалась. А так меня это, знаете, так держит в тонусе, как блогера и как мотиватора, который вас ведет за собой. Так вот, в какой-то момент, когда результаты стали уже немного меньше, не по килограмму, не по 2 килограмма в неделю, а вначале так и было, и это стало для меня мотивацией, я уверена, что и для вас станет это мотивацией, если вы вначале, в самом, исключите сахар и хлеб. Вот послушайте старую больную женщину и поверьте, что это сработает. В любом случае это сработает. Зрители, которые воспользовались этой рекомендацией, уже, мои тростиночки, молодцы. И для меня это стало такой демотивацией, знаете, вот говорю, пишу, вернее, показываю 200 грамм. Я прекрасно понимаю, что эти 200 грамм – это тоже большая проделанная работа. И начинаю писать. Ты ничего не делаешь для стройности, у тебя, что там еще, господи, писали, ты топчешься на месте. И вот для того, чтобы и зрителям, да, и мне, я тоже как бы нормальный человек, я вижу 200 грамм, я мозгами понимаю, что это нормально, эта стройность идет правильно, потому что идет медленно, но уверенно. А все равно, знаете, вот это еще, как сказать, господи, это слово... предрассудки, да, вот такие, что думаешь, ой, так мало, вроде 200 грамм, мы же хотим всегда быстро, и начинается демотивация в моем мозгу, и думаешь так, бляха-муха, вот сейчас кусочек шоколадки съем, все равно всего 200 грамм. И вот для того, чтобы таким образом себя также стимулировать, я решила раз в месяц. Я говорю о том, что я показывать буду свои результаты по весу, свои результаты по объемам раз в месяц. Это не значит, что я не взвешиваюсь, буду взвешиваться только раз в месяц. Нет, я как нормальный человек должна контролировать. Весы обязательно должны быть, нужно этот процесс контролировать. И знаете, я не зря сейчас акцентирую на это внимание, потому что когда я была в поездке, вот 4 дня меня не было дома, я для себя сделала кое-какие выводы. Скажем так, совершенно неожиданно, да, вроде бы как 200, 300, там 500 грамм в неделю, это нормально, отвесы нормальные, но когда я поехала, я взяла с собой, девчонки, 2 пачки творога, и думаю, там буду себе что-нибудь придумаю такое, приготовлю, и как-то до творога не дошли руки, я варила, отварила яйца, там курица у меня была отварная, был лаваш, ну, что я с собой брала есть, твердый сыр, то есть, ну, как бы ехали мы, не шиковать, а ехали вот так, по-быстрому, скажем так, бюджетно. И когда я не съела ни разу творога за 4 дня, я перед дорогой взвесилась. И когда я приехала, девчат, я обалдела. Результат был минус 1 килограмм и 100 грамм. И кто наблюдал за мной, за неделю, да, я уехала. И через, ну вот 4 дня не было, и вот через 3 дня я посмотрела также минус 100 кило за неделю. И когда я увидела как свой результат, хотя вы мне можете сейчас написать, что Лена, ну ты же ходила много. И да, этот фактор тоже играет свою роль. Находясь дома, здесь я хожу не так много, как ходила вот в те 4 дня, когда отсутствовала. И я поняла, что... это работает. Эта система работает, когда соблюдается четко 4 режима. Когда ты высыпаешься, не просыпаешься под тревоги, а именно там так и было, вот как раз этот период был такой спокойный. Когда ты ходишь, ну, хотя бы как минимум 10, а у меня было по 15 и по 20 тысяч шагов, вы видели. Когда у тебя питание по режиму, как, ну, в общем, девчата, когда вот эти 4 режима, о которых я рассказываю, питание, сон, вода и ходьба, когда это все в кучу, скажем так, собрать, это все работает. Когда оно так разрознено, оно работает, ну, возможно, не так быстро, и результат не тот, который бы ты хотел. И вот начала я говорить за творог. Я 4 дня не ела, я привезла этот творог назад, ну, как-то доедали то, что я наготовила, чтобы есть там. И я сделала вывод, что меня заливает творог. И когда я все-таки видела результат 200-300 граммов, я была довольна, я хлопала практически в ладоши и думала, вау, я ем творог, и я все равно худею. И тут тебе опа,
и минус килограмм. Вот так вот легко, просто убрала творог. И для себя я сделала определенные выводы. Теперь творог, молочка, собственно, у меня будет раз в неделю. Пока я нахожусь в процессе, да, то есть я понимаю, что есть продукты, продукты по большому счету можно есть все, ну, максимально правильные. Но есть продукты, которые помогают стройнеть, есть, которые мешают стройнеть, а это весь тот трэш, который мы ели в прошлой жизни, а есть продукты, которые тормозят. И вот в данном случае молочка, а именно творог, я на примере творога увидела, что он мне тормозит стройность, он меня немножечко подзаливает. Мы это все знаем, мы это все слышали. Но вот здесь у меня прям, знаете, глаза открылись. Думаю, ага, значит, давай будем, скажем так, и в таком ракурсе смотреть, да. Ничего со мной не случится, если я не поем творог, допустим, 5 дней на 6-й день съем. То есть я с ума не сойду от этого. Хотя я очень люблю творог, и когда я была на программе у Светланы Фус, это диетолог, и там тоже давали программы питания, и говорили, что творог, возможно, надо будет убрать. Я говорю, боже, это для меня каторга. Но оказалось, это не каторга. Оказалось, можно сделать яичницу, можно сделать овсяный блин, там с сыром твердым, допустим, да, или еще с чем-нибудь, или с курочкой. То есть, ну вот, я просто творожная душа, я творог очень люблю. Поэтому вот какие-то определенные выводы я для себя сделала в питании, ну, значит, попробую так. И, естественно, буду вам об этом рассказывать, и как это все будет выглядеть, вы будете видеть в моих видеоотчетах. Я думаю, вы поняли, что отчитываться перед вами я буду раз в месяц. И это будет первая среда месяца. Хоть сегодня 30 ноября, ну, как бы это среда, да, то есть это будет, если вы подадите ближе там к 30-му, то это значит будет, ну, вот в таком ракурсе, но это будет месяц. Значит, сейчас я хочу зафиксировать свои объемы для того, чтобы их проверить потом, ну, фактически следующее контрольное взвешивание, да, будет в районе 30-го, наверное, все-таки декабря, поэтому, ну, тоже будет круто как раз перед Новым годом посмотреть, какие будут результаты. Если вы также хотите со мной проверить себя, да, скажем так, присоединяйтесь и также берите сантиметровую ленту и вместе со мной делайте замеры и вместе со мной взвешивайтесь. Я, девчата, найду, я замеры делала месяца, наверное, 3 назад. Вот здесь буду вставлять предыдущие свои результаты и эти. И посмотрим, какой результат будет по объемам. Ну и, соответственно, в конце видео вы узнаете, какой результат похудения в килограммах за месяц. Ну что, давайте. Единственное, знаете, какой момент? Ой, я еще решила добавить к общим объемам. Я раньше делала объем груди. Давайте, чтобы меньше разговаривать, я буду сразу же замерять. Значит, объем груди у меня, вот, старайтесь выбирать бюстгальтер, у меня один и тот же, хоть я его одеваю сейчас крайне редко, но его, скажем так, держу для объемов. Объем груди у меня сейчас 112, какой был в предыдущий, я думаю, мы сейчас увидим. Так, объем груди, вот оно прокручивается, объем груди 115. Так, теперь талия, чтобы видели, без грации, потому что у нас любители поговорить о том, что я в грации. Значит, девчат, смотрите, талия. Талию делаю максимально, чтобы вы видели. Талия 95. Дальше я беру талию. Так, вот. Немножечко прокручивается. Девочки, знаете, как в анекдоте? 100, 100, 100. Где будем делать талию? Теперь объем по животу. Объем по животу и бедра. Вот. Я стараюсь, вот видите, выпуклая часть и выпуклая часть живота. То есть все это дело максимально, оно прокручивается, но максимально. 116,5. Меряю внизу, вот видите, по попе, и живот. Сейчас. Как бы вот так, чтобы по одной точке. Вот попа и живот.
да? Вроде правил делать. 121. Ну что, собственно, вот такие объемы для себя я также зафиксирую. Также зафиксирую, как я выгляжу. Как я выгляжу в весе в этом, с такими объемами. То есть, чтобы для себя... Ну, видите, футболка. Давайте, наверное, я вот так вот хочу для себя, чтобы посмотреть на себя и это все дело зафиксировать. Так. Так. Ну и вот таким вот образом еще. Так, чтобы это было видно. Все, вот так вот я выгляжу. Ну и что собственно, будет дальше, мы с вами узнаем уже в конце месяца. Но каждую среду я буду с вами делиться теми ощущениями, теми изменениями, возможно, или в питании, или в... скажем так, в гормональном плане, потому что гормоны сейчас гуляют, играют. Я нахожусь в климаксе, я блогер, который стройнеет уже даже в климаксе. Хотя свой путь стройности я начала до всего этого процесса, который происходит в моем организме. Ну а сейчас мы с вами посмотрим результаты по весу. Так, сегодня среда, 2 ноября, мой отчетный день, мой вес 81 900. Ну и сегодня 30 ноября, мой отчетный день. Значит, предыдущий вес вы увидели был 81 900. Прошел месяц, мой вес 8. Боже, еще чуть-чуть и было бы уже 80. Ой, 80 200. Кто молодец? Лена молодец.